5-5-7-6. Ну что же. Вы готовы? 3, 2, 1. Нажимай применить и... Успешно? Что? Успешно? Здарова всем, ребята, Кенто, вы на проводе, и прямо сегодня покажу самые крутые, самые сногсшибательные лайфхаки из ТикТока! Ну, из ТикТока. Поэтому, ребята, прямо сейчас прожмите огромнейший лайк, подпишитесь на мой канал, потому что прямо сегодня я вам такое покажу! Вы просто, ребята, не поверите, но это будет правда. Поэтому присаживайтесь подобнее, лайк, подписка и поехали! 5 minutes later. Лайфхак номер один, который мы будем проверять, гласит так... Что если ввести код из бомбочки, в закладочке бомбочки, то тогда мы можем получить настоящий промокод. Погнали проверять! Ну что же, вперед все это проверять. Ребят, я уже взял бомбочку, я вместе с Реймоном, это мой модератор, зашел, ребят, в закладочку, и прямо сейчас мы-то узнаем. Мы все узнаем, и я очень надеюсь, что этот миф реально будет правдой, или как это, лайфхак будет настоящим. 5, 8, 3, 4, 5, 5, 5, 8, 3, 4, 5, 5, 8, 3, 4, 5, 5, 7, 6, да. Идеально, просто перфекто, белиссимо. Погнали теперь все это, ребят, проверять в промокодах. Ну что же, немножко волнительный момент, но мы, ребят, должны это сделать. Прямо сейчас я ввожу тот самый секретный кодик, 5, 8, 3, 4, 5, 5, 7, 6. Ну что же, вы готовы? 3, 2, 1, нажимай применить и... Успешно? Что? Успешно! И что я получил, как вы думаете? А я получил АВМ Генезис! Обалдеть! Ну а теперь, давайте серьезно, ребят, этот промокод мне выдали разработчики, и этот АВМ Генезис я подарю кому-то из вас. Можно просто поставить лайк, подписаться на мой канал и написать любой хороший комментарий. Давайте теперь серьезно, без рофлов, да, ребят? Теперь, я ввожу этот самый промокодик, и промокод не найден. Поэтому этот лайфхак опровержен, идемте смотреть дальше. Мы ставим бомбу сюда и бежим. Так. И видим КТ с балкона. И убиваем его. Ну чё, ребята, погнали проверять, но нам нужна бомбочка. Братан, а может бомбочку по-братски, слышишь? Брат, скинь, пожалуйста. Будь ты человеком, в конце концов, ребят. Я лайфхак проверяю с ТикТока. Брат, бомбочку надо, можешь? Брат, скинь. Брат! Ну это просто капец. Ладно, ребят, сейчас, короче, подождем, чтобы он слился, и попробуем ставим соло заплантить. Брат, алё, араш! Не, ребят, ну что за люди пошли? Я лайфхак с ТикТока проверяю, а человек не дает мне нормально проверить. Будь ты человеком, брат, скинь, я тебя прошу. Да скинь ты бомбочку, брат! О! Давай! Моя ты умничка! Он скинул. Теперь, ребят, самое главное просто выжить. До свидания. Все, ребят, погнали. Я лайфхак проверяю, ё-моё. Не, брат, я фейк. Не мешайте. Я лайфхак проверяю. Пацаны, лайфхак с ТикТока, мужики, не мешайте. Это, вот, я помню. А ну-ка. И сейчас давайте проверим, насколько это рабочий лайфхак. По идее, нам надо ждать тут. И мы должны видеть головку. Он под нами. Five minutes later. Опа! Эй, ты настоящий, что ли? Я на тебя подписан. Опа. Отойди. Так, все, ништяк, пацаны, я подобрал. Да, пацаны, микрофон выключи, я лайфхаки снимаю. О, пацаны, ща будет имба, отвечаю. Я, короче, лайфхаки проверяю. Ах, пацаны, ща-то будет контент. Погнали. Короче, ребят, рассказываю. В чем суть лайфхака? Мы плетим вот тут, на самом краешке. Вот, прям. Не тыкал ты, пожалуйста. О. Я тебя вообще год сюда. Так, заплетил тут. Идеально. И теперь мы просто ждем. По идее, ребят, я его буду видеть. Все. Он стреляет, брат, ты не знаешь что. А я-то лайфхак, если только посмотрел, родненький. Он поднимается ко мне! Мама, страшно. Он бежит за мной! Короче, ребят, у нас ничего не вышло, пробую заново. И только что меня осенило то, что я могу все это проверять в закрытом лобби. И поэтому давайте-ка мы прямо сейчас все это и сделаем, но уже в закрытом лобби. Если в закрытом лобби у нас все выйдет, значит все хорошо. Я взял подписчика, конечно же, из моего дискорда. Поэтому, ребят, ссылочка на дискорд есть в описании. И теперь мы плантим. О, идеально. О, вот прям на самом краю заплантил. Так, ну что, ребята, все. Теперь я подхожу к окну и, по идее, должен видеть его голову. Все, пишу ему. Дефюз. Все, поехали. Дефюз. Так.
А-а-а! Это трындец! А, смотрите, если я запрыгну в окно, то голову реально видно! Я в шоке! То есть, если я запрыгну в окно, то голову реально видно. Но если я вот так вот отойду от окна, то уже головы не видно. Поэтому, в принципе, ребята, этот лайфхак можно считать рабочим, потому что если вы заплентите, то, в принципе, голову видно. И да, хоть один лайфхак оказался реально рабочим. Ну а следующий наш лайфхак, который мы проверим, это будет прострел через всю карту. Я вам скажу только одно, если он работает, это просто что-то с чем-то, потому что я однозначно буду применять закладочки, и это просто будут пушечки. Так, ребят, ну что же, этот прострел, вы не поверите, но тоже на планету А. Куда же нам надо залезть, и что же это за прострел? Это прострел с плента А на плент Б, и прямо сейчас я вам ее покажу. То есть нам надо залезть вот прямо сюда на бортик, да? О-о, вот так. Дальше взять авик и просто прицелиться. Мы стреляем примерно вот-вот-вот туда. И как вы думаете, ребята, рабочий ли это прострел или нет? Потому что я вот прямо сейчас еще разочек стрельну и пойду все это проверять. Потому что мне очень интересно посмотреть, а куда же дошли пули, если они вообще дошли. Потому что, мало ли, сейчас пули пропали. Так, ребята, как мы видим, тут пули есть. Мы идем дальше, им дальше. Да-да, я вижу, посмотрите, мы дострелили до ребер. То есть это тоже реально рабочий лайфхак. При помощи него можно с плента А прострелить плент Б прямо в ребра. Вау, я это буду однозначно применять. Все, готовьтесь. Теперь Кента пока стал еще больше кибером. Хотя я не знаю, куда уже больше, но теперь я просто кибер в квадрате. Ну что же, а прямо сейчас нашел аккаунт какого-то шизанутого, ребята, блогера, тиктокера, да, этого. И он говорит, что можно скрафтить легаси. Давайте проверять. Как скрафтить легаси? Окей, братишка, я тебе расскажу, ссылка, подписка, поехали. Для крафта нам надо... Так. USB-писа. Раз, два, три. Понятно. После этого нам надо три USB-серверса. Раз, два, три. Дальше. MSC-Conprix, FNFL Tactical, FOMAS. Ага. И последний скин должен быть обратно же USB-писец. Ага. И нажимаем кнопочку «Выбрать». Понял. Ну ладно, почти. На самом деле, это мой ТикТок. Мало ли кто не знал. Кент АПК ТОП. То есть, максимально просто запомнить, поэтому, ребята, если что, тоже подписывайтесь. А мы идем смотреть настоящие лайфхаки. Ну а мы идем проверять следующий лайфхак. Давайте смотреть. Два. Чтобы поставить бомбу на ящики, надо, чтобы друг подсадил тебя, и ты поставил бомбу на ящики. Да ну! А я не верю. Серьезно? Ну что же, вперед проверять все эти лайфхаки, потому что мне что-то так подсказывает, что нас пытаются развести. Но нет, ребята, мы прямо сейчас возьмем себя в кулак и просто все это проверим. Так, ну что же, кстати, я заметил, на сегодня все лайфхаки, которые мы проверим, это на пункту А. Так, братан, смотри, тебе надо стоять вот, вот тут. Вот тут. Я, ребят, беру бомбочку и пытаюсь заплентить. Так, тут не получается, тут не получается. Надо как-то присесть, да? Алло! О-о! Да ну! Получается! А ну-ка, стопэ. Так. Это очень сложно, скажу честно, это очень сложно. Я заплентил, посмотрите! Вот это прикол! Обалдеть! То есть, ребят, такую бомбочку еще, ну, не сразу можно обнаружить. Я-то думал, что лайфхак не работает. Ну чё, ребят, плюс еще один лайфхак в нашу копилку, который я буду реально применять, потому что это очень круто! Оно находится на ящике, я ни разу не видел в жизни, чтобы в меме или в закладке такое кто-то делал. Это очень круто. Ну а прямо сейчас, ребята, будет просто сногсшибательный лайфхак, вы посмотрите. И наконец-то лайфхак уже не на карте Сэндстоун, а на карте Трейнинг Аутсайд. Просто посмотрите. Запрыгнешь на типа, и можно запрыгнуть на второй этаж? Вы серьезно? Я просто в это не верю. Давайте прямо сейчас проверим. Просто посмотрите. Парень запрыгнет на второй этаж и прыгает, как ни в чем не бывало. Обалдеть. Вот это, ребят, крутяк. Все, полетели проверять. Ну и как обычно, ребята, я уже тут. Погнали запрыгивать. Я надеюсь, что это работает, потому что если это все работает, то это будет очень-очень круто. Я уже нашел подписчика. Он любезно согласился мне помочь. Блин, ребята, так надеюсь, что вы прожмете все лайк за это видео, потому что вы бы знали, сколько мне это сил и усилий стоит. А ну-ка, слушайте, что-то тяжело. А ну-ка. О, вышло! Обалдеть! А вы знали про вот это? Вы знали то, что можно вот так вот залезть? Ничего себе! Так, давайте еще раз проверим. Я просто в шоке. Так, теперь давайте прыгнем сюда. Вышло! Смотрите, то есть... Мой подписчик тоже в шоках. Я в шоках, то есть, оказывается, можно залезть вот сюда и просто всех мочить. Ничего себе. Обалдеть. Ха-ха, вот этот крутяк.
прожмите за это лайк и подпишитесь на мой канал, я думаю, это будет очень полезно. Ну а прямо сейчас, ребята, будет очень прикольный лайфхак, просто посмотрите. Это на карте арена, мы залезаем на ящик, прыгаем и запрыгиваем, знаете куда, на крышу. Я ни разу не запрыгивал на крышу, оказывается, всего лишь при помощи одного человека можно реально залезть на крышу. Давайте проверим. Я готов, подписчик готов, погнали проверять очередной лайфхак. Ну, кстати, я скажу так, скорее всего, этот лайфхак реально рабочий, потому что... Потому что тут все слишком просто. Я так запрыгиваю. Так, блин, брат жирный, подвинься. Опа, и он прыгает, и я прыгаю. Давай, давай, брат, еще упадем. Да, брат, подвинься. Сюда. Ну, чуток подвинься. Ну, ё-моё, брат, ну ты рама просто, сам пойми меня. Так, пацаны. Я перелетел. Так, давайте еще раз. Слушай, ну, в принципе, получается, этот лайфхак реально рабочий. Просто если бы Кент ПК был немного, ну, менее криворуким, и руки росли с нужного места, и мой подписчик дал мне на него залезть. Ну, брата, ну, ё-моё, ну, подвинься ты, брат. Так, агасики. О, идеально. Я залез на крышу карты арена. Посмотрите, можно посмотреть, что же за этой картой находится. Тут, ребята, очень красивый сад, в котором всего лишь нахрен два дерева, два куста и все. Также, ребят, можно видеть абсолютно всех, как и нашу респу, так и респу противников. И это очень круто и очень полезно. А ну-ка так, можем перебегать? Да, можем перебегать. Ничего себе, сказал я себе. Обалдеть, как же это прикольно. Ребят, ну за это лайкусик, подписочка. Ну а прямо сейчас, наверное, будет самый полезный лайфхак, и если он рабочий, я буду однозначно, ребята, его применять в игре на карте провинция. Ну что ж, давайте смотреть. В чем суть? Мы подходим к мусорке и просто, ребята, просто запрыгиваем на текстуру. Обалдеть! Как это? Просто представьте, ребята, это имба позиция. Все, наверное, будут думать, что вы читак, но нет, это вполне законно. Надеюсь, вы готовы, потому что, ребята, я готов просто как никогда. Но пока мы идем, я вам напоминаю, что надо прямо сейчас поставить лайк и подписаться на мой канал. Так, ну что, ребята, поехали. Мы бежим к туннельчику, и тут слева у нас находится мусорка, правильно? Не, неправильно. Потому что мусорка справа. Да, ой-ля, мой подписчик уже знает, куда надо садиться, и... Так, с первого раза не вышло, не понял. Так, я чуть не понял, что не вышло. Почти вышло, я понял, куда надо прыгать. Я залез. Я не понял, как это произошло, я просто прыгал. Но, ребята, если вкратце говоря, если вы привыкнете, то я думаю, это будет несложно. Посмотрите-ка, имбовая классная позиция. То есть я нахожусь тут, и я реально вижу всех сверху вниз. И так туда подходит, я оп, головку поставил, да? Блин, как же это круто. Так, а что будет, если я пойду немножко вперед? Я упаду, да? Да, я упал. Ну а прямо сейчас минуточка рекламы. По ссылочке в описании есть мой телеграм. Там бесплатные промокоды. Прямо сейчас переходи в мой телеграм. Обязательно подписывайся и получай халявные промокоды на ножи, на скины и так далее. Обнял, приподнял. Ну что же, в принципе, это все. Обязательно прожмите лайк, подпишитесь на канал и напишите любой хороший комментарий. С вами был ваш Кентуха. Всем удачи и всем пока.